Наше акционерное общество по производству лекарственных средств уже на протяжении 15 лет выпускает эффективные препараты для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP. Мы успешно поставляем свою продукцию в страны СНГ. Я являюсь ведущим менеджером по организации производства. Год назад руководство общества решило расширить рынок продаж и поставить свою продукцию в Литву, Латвию, Эстонию. Для выхода на рынок стран Балтии наша компания планировала осуществлять поставку популярного препарата антибактериального действия в новых картонных упаковках. Раствор с лекарством поставляется в стеклянных ампулах объемом 5 мл. В коробку мы обязательно была, по сути, вложена бумажную инструкцию, бумажный лист с информацией о назначении, способе применения, побочных эффектах лекарства. Этикетки с описанием товара, которые, в принципе, планировалось приклеивать, мы купили заранее. Дизайн и цвет, размер этикетки уже был согласован с руководством, и поэтому, принципиально, мы искали машину, которая смогла бы обеспечить плотное наклеивание наших прямоугольных этикеток на картонную поверхность. Выбор этикетировочной машины, которая используется для наклейки этикеток в автоматическом или полуавтоматическом режиме на фармацевтической и лекарственной продукции, возложили на меня. Я хотел выполнить задачу в максимально короткие сроки, чтобы, главным образом, иметь возможность работать над другой проблемой, которая неожиданно возникла на участке запайки ампул. Поломка этого оборудования означала остановку работы всего участка, чего я не смог бы допустить. И вот я приступил к поиску автомата для наклеивания этикеток с чувством уверенности, что сразу найду необходимое оборудование. Решил посмотреть, сравнить производителей машин в Европе и Китае. Поиск я осуществлял через интернет. Выбирал по территориальному признаку, срокам поставки, ценовой категории. Среди качественных европейских производителей я нашел три компании, которые, в принципе, предложили хорошие машины, но запросили очень высокую цену, в которую не входила процедура таможенного оформления. Я понимал, что руководство не одобрит выбранные автоматы для наклеивания этикеток и отправит на повторный поиск. Затем я поискал в машину для наклейки оборудования у китайских производителей. Здесь вариантов было, по сути, больше. Я отослал им электронные письма, где указал, какую машину я рассматриваю в качестве вариантов 5 компаний по производству оборудования в Китае. Однако мне ответили только две. Одна фирма указала, что такое оборудование будет произведено только через 5 месяцев, а вторая выслала ответ на китайском языке. Срок 5 месяцев меня не утроил, слишком долго, а китайским не владеет никто из наших сотрудников. Мне не хотелось тратить время и деньги на переводчика, и поэтому принципиально решено было, по сути, отказаться от покупки машины у китайского производителя. Я понял, что самостоятельно не смогу решить задачу по покупке автоматического оборудования для наклеивания самоклеящихся этикеток на картонные коробки с бактерицидным препаратом, и решил обратиться к специалисту-посреднику. Я представлял, какая машина мне нужна была, по сути, и поэтому принципиально обращал внимание только на надежность компании. В интернете я выбрал несколько посредников, один из Китая, два менеджера из России. Свой выбор я осуществлял, просматривая сайт компании. Огромное значение имела длительность работы на рынке поставки фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов и актуальность цен. Сначала я позвонил китайскому посреднику, у него представленная цена на машину была, по сути, ниже остальных. Мне ответила менеджер, которая уточнила, что в цену не входит таможенное оформление, поставка и монтаж оборудования. Общая сумма за машину выходила на порядок больше, чем представлена на сайте. Она меня не устроила. Затем я внимательнее изучил сайт российской компании из Новосибирска, посмотрел цены, условия поставки, однако меня насторожило, что эта компания занимается также поставкой обуви и посуды из Китая. Я хотел найти специалиста, в котором я был бы уверен, который, в принципе, поставит мне автоматическое оборудование для наклеивания самоклеящихся этикеток на картонные коробки без задержек, в указанный срок. Решил посмотреть последний вариант посредников компании из Москвы. Заранее я проверил фирму в базе предпринимателей России на наличие судебных разбирательств на период деятельности. В данных списках эта компания не фигурировала. Сайт компании мне понравился. Современный, структурированный, много видеороликов.
Созвонившись с менеджером, я получил хорошую консультацию, и специалист предложил автоматическое оборудование для наклеивания самоклеящихся этикеток на картонные коробки. Менеджер рассказал мне о возможностях автомата, прислал ролик на электронную почту, приводил опыт прошлых клиентов, который, в принципе, я в последующем учел в своей работе. Мне понравился его деловой и профессиональный подход. Условия доставки и цена меня устроили, и через неделю мы заключили договор на поставку автоматическое оборудование для наклеивания самоклеящихся этикеток на картонные коробки. Перед отправкой оборудования менеджер выслал мне на почту видео машины, где я смог увидеть компактную машину, которая быстро обеспечивает наклеивание этикеток на заготовки картонных коробок. Процесс управляется через систему ШКИ-экрана. Заготовки поступают по транспортеру и после наклеивания перемещаются в металлический лоток для сборки. Машина пришла через 2 месяца, мы быстро наладили и запустили линию для наклеивания этикеток. Я смог спокойно заняться делом, которое требовало большего моего внимания. Я хотел бы заметить, что рассказал менеджеру о своей проблеме и желаемых сроках поставки. Он посоветовал мне хорошего специалиста по наладке и ремонту оборудования, с которым мы уже работаем и довольны результатом. Опыт показал, что как бы ты ни был уверен в своих силах, консультация специалиста ускорит решение поставленной задачи и освободит время, которое можно потратить с пользой для себя.